Всем приветик! У нас сегодня замечательная погода, солнце, жарко. Но мы все равно мастерки одели, потому что гулять будем долго. Мало ли, потом вечером будет прохладно. От дома ушли далеко. Погода просто замечательная. Идем гуляем. Ой, вообще красота, прям такое солнышко. Тебе жарко в курточке? Да. Ну ничего страшного. Зато потом вечером будет. В общем, погода прям вообще шикардосная. Здесь видео в августе либо в Анапе, либо в Адлере. Ага. Нельзя загадывать заранее ничего. Пришли пофотографироваться возле Анапы. Ой, как круто, да? Давай, я тебя сфоткаю. Ох, сегодня морюшка-то уже волнуется, как волны нам красоту свою показывает. Солнечный денек. Смотрите, как классно. Солнце. Волны. Сейчас прям туда бы. Как нырнуть бы в эту красотень. С разбегу прям. И на попу плюхнуться. Вон, что красота какая. Запах прям такой. Жаль, что телефон не передает прям вот все то, что я сейчас вижу на самом деле. Там вдали-то прям водичка голубая. Ой, красота. Мы тут ракушки собираем. С каждой волной приносит ракушки. Настя насобирала. Смотрите, какие. Классные. И это тут самая большая у нее. Вот. Вот сейчас принесло волной. Отойди, а то тебя зацепит. Да, я показываю. Вот целый мешок набрали. Вот таких. Не такие мелкие вот эти. А вот именно раковины такие. Держи мешочек. Как приносит. Как волна, так приносит ракушку. Такая большая, там лежала, я чуть не унесла. Ну. Я тут успела. Сумку застегнула, все. Вот, давай смотреть. Вот видишь, с каждым. Вот как волна пришла, так ракушка прилетела. В общем, смотрим, ищем. Ищем ракушки. Сейчас привезем целую. Целый мешок привезем ракушек, да? Да нет, такую не бери, Настя, не надо, у нас уже маленьких очень много. Отойди, а то тебя сейчас смоет водой. В общем, мы в поисках ракушек. Да, Настя? Просто кашляет. Вон, а что? Вон они, волны идут и несут нам эти ракушки. Если бы я сейчас туда не пошла, я бы не... Они еще, знаешь, большие вон в водорослях могут запутываться, и вместе с водорослями их сюда притаскивает. Ох, как аж до нас доходит. Отойди, а то сейчас вон волна идет, сейчас тебя зацепит. В общем, все. Идем на поиски ракушек. Вот. Вот наш улов, пока такой небольшой. А вот это
злополучная ракушка. Из-за нее я промочила ноги. Я видела, что ее волна прибила на берег. Настя говорит, вот она. Хотела ее достать, я полезла сама. Результат моего лазения, вот я сижу, сушу свою ногу и сушу кроссовок. Ну, зато ракушка у нас. Сейчас пойдем на обратном. Да не доставайся на обратном пути, пойдем еще пособираем. Настя играет с морем. Догонит оно ее или нет? Наверное, маминого опыта было мало, да? Как я промокла. Ну, я уже все высохла у меня нога. Буквально минут, наверное, 10-15 максимум кроссовок высох, и нога высохла. Она вот так подходит, потом убегает от волн, пытается убежать. Написала здесь на песке. Я люблю море. Прям вот здесь вот где-то написала, где она. А все смыло. И говорит, вот если до сюда достанет волна, значит море мне говорит спасибо, оно меня тоже любит. Стояли, ждали, ждали, но в итоге волна достала. Такая волна пришла, что захлестнуло все. А если не успеешь? Покажи денежку. Давай, море, мы к тебе еще вернемся. Кидай. Чтоб вернуться нам сюда. Пойдем. Идем, Настя вспомнила песню. Ну, мы слов не помним. Мы помним только те, которые нам нужны, да? Разучусь целовать, и когда-то-нибудь... И когда-то вернусь, когда-то... сказать, что море, море, я остаюсь. А когда-то я скажу море, море. Когда-нибудь все равно мы вернемся и скажем ему, море, мы остаемся с тобой. Навсегда. Да. А пока, морюшка... Пока. Пока, просто пока. Настя взяла себе кексик. Дома кексы не ест. А здесь ест. А я ем Наполеон со сгущенкой. Вкусно. Народу много вышло. Опусти мне мешочек. Народу много-много повыходило гулять. Вот такой Наполеончик. Вкусненький. Со сгущеночкой. Неохота уезжать. Вообще. Да, Настя? Ну что, еще вернулся. Последний день гуляем. Поедем домой. Сколько рыцарей стоит, охраняет. Деревья как красиво, да, подстрижены? Что? Что такое, Настя? Вон сколько рыцарей. Ресторан Ван. Там бабки шлопаку забили или что-то делать. Что я снимаю, но пускай смотрят. Могли бы подойти, помахать рукой, привет передать кому-нибудь. Торговый центр Проспект. Рынок. Деревья красиво сделаны, вообще мне нравятся, подстрижены. Все чистенько, аккуратненько. Нигде не валяется ничего, никто никуда ничего не бросает. На каждом углу мусорка.
почему так всегда? Вообще не хочется, прям такое солнышко, такая красота. Вообще не хочется никуда уезжать. Нет же, опять вот эти серые будни, опять эта работа. Все это противное. Самое противное — это работа. Ну ладно, работать надо, чтобы отдыхать. А чтобы жить в таких условиях, это надо вообще капец как поработать. Устала? Вон пойдем на лавочку посидим. Цветочки. Бабочки летают. Мы прошли 12 000 шагов. Цветочки. А? Цветочки, говорю. 12 000, вы это понимаете? 12 000 шагов у тебя? Ой, как жарко. Пьеро стоит. Грустит. Скажи, что грустишь? Предсказуемый предсказатель. Кого тебе надо? Доставай. Что у тебя за предсказание? Читай громко вслух. Вас ждут замечательные... Смотри, маленькая кошка кидает, большой встает. Вас ждут замечательные потери. Утрата вредных заблуждений, вредных людей и вредных привычек. Уже сказали морю до свидания, но решили прийти. Время еще есть нам до нашего отъезда. Решили посидеть здесь. Часика полтора. Смотри, сейчас волнует у тебя. Сядь повыше, не ходи туда близко. Мальчишка-инвалид поет вообще так. Молодец. Надеюсь, мне авторку не наложат. За музыку, может, наложат, да? Давай, ничего страшного. Ничего страшного? Ярмарка. Настя, блин. Купила за 1 000 000 долларов. Да, да, да. Завидуйте молча. Да, да, да. Ладно.